Состоялось 49-е заседание Совета депутатов городского поселения «Видное». В повестке дня только один вопрос, но очень серьезный. Досрочное прекращение полномочий депутата от 8-го округа Александра Баюклина. Сам Александр Васильевич о заседании был предупрежден, но по уважительной причине присутствовать не смог. Основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий послужило представление Видновской городской прокуратуры. Суть предъявленных госорганам претензий заключается в том, что Александр Баюклин не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2015 год. Некоторые из депутатов посчитали этот факт нарушения закона допустимым и предложили не поддерживать представление органа власти. Я предлагаю следующий вариант. Если прокуратура считает необходимым, да, сократить время, ну и отстранить от должности депутата Баюклина, пусть прокуратура выходит в суд. Либо, как вариант, предложить Баюклину срок до такого числа разместить эту информацию, если она принципиальна. Большая часть депутатского корпуса придерживается мнения о том, что любые требования, прописанные в законе, в том числе и подача декларации о доходах, являются одной из важных составляющих порядка. Нельзя создавать прецеденты, которые допускают возможность применять закон выборочно. Но дискуссия возникла в другом. Была озвучена точка зрения, что депутат Баюклин не подавал декларации только по той причине, что обязанность подачи декларации для него, как для депутата, наступала только с 2016 года. Согласно нормам законодательства, тот, кто избрался в 2016 году, за 2015 год, как депутат, отчитываться не должен. Те, кто избрался ранее, как мы, да, должны. Были даже приведены примеры аналогичных досрочных прекращений полномочий депутата в Московской области. Летом 2016 года Совет депутатов одного из сельских поселений Серпуховского района принял решение об отстранении от должности депутата Арестовой по аналогичному представлению местной прокуратуры. Как доводы о том, что можно оспаривать законность представления Видновской прокуратуры, было предложено рассмотреть ряд существующих рекомендаций. Существуют методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году за отчетный 2015 год, и они утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Однако заместитель прокурора разъяснил, что обращение к таким методическим рекомендациям стоит считать юридически неверным. Закон у нас трактует четко. Каждый государственный муниципальный служащий обязан подавать декларацию за предыдущий период, за предыдущий отчетный период. Действительно, сроки в законе не обозначены, но там написано «каждый служащий». Есть действительно указанные методические депутаты, методические рекомендации, но данные методические рекомендации, как следует из их названия, носят лишь рекомендательный характер. Опять же, там не приведен перечень тех должностей, которые вот этими рекомендациями, возможно, могут освободиться от подачи такой декларации. Я считаю, что такая позиция, она неправомерна и не соответствует действующему законодательству. Потому что законом, как я уже сказал, о противодействии коррупции установлен четкий порядок. Каждый муниципальный служащий обязан подавать декларацию о своих доходах за предыдущий отчетный период. Депутаты сочли такую аргументацию основательной и, руководствуясь статьей 40 Федерального закона об организации местного самоуправления, выступили с предложением поддержать представление прокуратуры. У нас имеется представление компетентного органа прокуратуры, который, я так полагаю, разбирается и должен разбираться в тех пунктах требований, которые касаются вашего факта и этого факта. Значит, ставить под сомнение прокуратуры или ваше выступление, я полагаю, что ваше выступление можно поставить под сомнение, а действия прокуратуры нет. Исходя из этого, мы должны принять решение. 11 депутатов проголосовали за, 5 против. В итоге большинством голосов было принято решение признать обоснованным представление Видновской городской прокуратуры от 3 февраля 2017 года и прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Видное. Решение вступает в силу со дня его подписания и опубликования. Но стоит добавить, что Александр Баюклин имеет право обжаловать данное решение в суде.